Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия», в студии Руслан Джубкаев. На встрече с членами Совета Федерации председатель правительства Михаил Мишустин заявил о возможности создания в России производства по глубокой переработке шерсти. А в качестве успешного примера привел фабрику «Вулкан» по производству пряжи в Черкесске. Я совсем недавно там был и, кстати, знакомился конкретно с одним из заводов по полной глубокой переработке шерсти. И скажу честно, меня произвело уникальное впечатление. Работа коллег чисто, аккуратно, очень четко. В настоящее время в нашей стране большое внимание уделяется военной службе по контракту. Кто может пойти служить, каким критериям необходимо соответствовать, какие преференции предусмотрены для контрактников? Ответы на эти и другие вопросы нашему корреспонденту Артуру Мхце дали в военном комиссариате Карачаево-Черкесской республики. Несколько сидящих за партами молодых людей не сдают экзамен по профориентации. Они, можно сказать, уже сделали свой выбор во взрослой жизни. В данный момент заполняют необходимые документы и в скором времени отправятся в армию, чтобы служить по контракту. Те, кто желает связать свою судьбу с вооруженными силами России, могут получить от государства ряд преференций. При заключении контракта он получает следующие выплаты. Это от 100 до 200 тысяч от главы республики. И 195 тысяч от президента Российской Федерации. Также ежемесячная выплата на территории Российской Федерации для контрактника составляет от 40 до 60 тысяч рублей ежемесячно. Для участников специальной военной операции заработная плата может составить до 204 тысяч рублей. Для них также предусмотрено получение удостоверения ветерана боевых действий с дальнейшей ежемесячной доплатой, которая постоянно индексируется. Заключившие контракт военнослужащие имеют право вступить в накопительную ипотечную систему, что впоследствии позволит приобрести собственное жилье. Уйти на пенсию можно по достижении 20 лет выслуги. Если же человек постоянно находится в зоне специальной военной операции, ему достаточно провести там 7 лет, что приравнивается к 21 году выслуги. Гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, от 18 до 60 лет. Категория здоровья А, Б, А – годен к военной службе, Б – годен с незначительными ограничениями, В – временно негоден. Сейчас в данный момент берем даже таких граждан. Также набираем на службу по контракту граждан осужденных и имеющих неснятую, непогашенную судимость после 6 месяцев прохождения службы. Данная судимость будет снята и погашена с данного гражданина. По словам представителя военкомата, на контрактную службу в армию принимаются и женщины. Для этого им необходимо иметь некоторые востребованные специальности. К примеру, повар, связист, медик. Карьерный рост для военнослужащих контрактников, солидная заработная плата, соцпакет – все это без сомнения может стать весомым аргументом для тех, кто пока обдумывает над выбором своей профессии. Артур Мхцелек Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. С начала специальной военной операции в Карачаево-Черкесии не прекращается сбор средств в поддержку наших бойцов, отправившихся защищать страну от неонацизма. Практически все слои общества, предприятия и организации вносят свой посильный вклад в общее дело. Наша телерадиокомпания не осталась в стороне и вместе с неравнодушными жителями и членами инициативной группы «За наших» при поддержке регионального отделения Коммунистической партии собрали очередной груз гуманитарной помощи плюс автомобиль повышенной проходимости. Причем на этот раз съемочная группа «Вестей» лично сопроводила груз до пункта назначения. Все подробности у Мурата Джанкезова. Гуманитарная помощь собирается, исходя из пожеланий наших бойцов. В этот раз была большая просьба со стороны военных медиков, кстати, тоже жителей республики, помочь в приобретении автомобиля повышенной проходимости. Активную в помощь в приобретении автомобиля «Нива» оказал лидер коммунистов Карачаева-Черкесии Кемал Бетаев. В списке пожеланий военнослужащих свежие продукты – сохта, айран, хачины, сыры, чебуреки, лимонад, нарзан и питьевая вода. И вот, упаковав груз, делегация выезжает в путь. Дорога лежит через посты и границы. Вскоре перед взором встает разрушенный многострадальный «Азовсталь» в Мариуполе. Вдалеке виднеется стройный ряд новых жилых многоквартирных домов, как символ новой мирной жизни. Конечный пункт поездки – город Бердянск, военный госпиталь. Здесь работают наши земляки, военные медики.
И первый вопрос начальнику медсанчасти. В каких условиях проходит лечение военнослужащих, есть ли недостаток в препаратах? Все здесь хватает. Помимо обеспечения с Министерства обороны, еще гуманитарная помощь есть в плане медикаментов. Вот. Это наш первичный этап. Мы здесь в первую очередь осматриваем пациентов, потом распределяем хирургических пациентов, терапевтических, неврологических всякие бывают, и урологических тоже. Если что-то мы тут не справляемся, то мы их переводим сперва здесь в больницу центральную, там чуть более контингент, там реанимация хорошая, там у нас и реанимационное отделение есть, все есть. В импровизированной торжественной обстановке вручили памятную медаль руководителю инициативной группы «За наших» Асхату Айсандырову. От лица Коммунистической партии Карачаево-Черкесской Республики, лично Кемала Батаева, хотим поздравить, памятной медалью наградить руководителя группы «За наших». Спасибо за помощь. Спасибо всем большое. Для меня это очень приятно. Самая высшая награда в моей жизни. Мы будем все время помогать вам. Спасибо всем большое. Активисты привезли с собой флаг Карачаева-Черкесии, который установили на крыше военного госпиталя. Затем по просьбе самих военнослужащих записали пожелания и благодарности в адрес неравнодушных граждан республики. Огромное спасибо всем жителям нашей необъятной Родины. Мы чувствуем ваше тепло, заботу и поддержку. Только так мы сможем добиться больших успехов на фронте. Отдельное спасибо ребятам, которые нам привозят гуманитарную поддержку. Мы это ценим, мы это принимаем во благо, потому что вы помогаете именно моральному духу. Спасибо вам большое за это. Сегодня мы получили воду, машину. Самое главное – это тот самый автомобиль. Спасибо большое, теперь мы будем намного быстрее. Выражаем благодарность от лица медроты, которая находится в запорожском направлении, лидеру Коммунистической партии Кемалу Батаеву за предоставленные рации. Они нам нужны. Группе «За наших» за предоставленную нам Ниву, которая нам необходима. Отдельная благодарность коллективу ГТРК Карачаево-Черкесской Республики, что поддержали нас, что приехали, сняли вот это видео, то, что мы планировали, приехали в такую опасную зону боевых действий. Здоровья нашим ребятам, чтобы поскорее закончилась эта война, и чтобы живыми, невредимыми все они вернулись в свои родительские дома. Выполнив миссию, активисты «За наших» повернули домой. Впереди предстоит новая работа по сбору средств для покупки автомобиля УАЗ и очередного груза гуманитарной помощи. Мурат Жанкезов, Лилия Шуштаева, Расул Бердиев. Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии в горах местами кратковременный дождь и гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-18. Температура ночью 15-20, в горах до плюс 13, а днем 30-35 градусов тепла и местами до плюс 27. В Черкесске без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 18. Температура ночью 18-20, а днем 31-33 градусов тепла. В Черкесске прошел отчетный концерт городского хора ветеранов под руководством Людмилы Городецкой. Зрители наслаждались живым исполнением как известных, так и совсем новых песен. Подробности у Али Баташева. Живое исполнение в лучших традициях хорового пения. Бессменный лидер академического хора ветеранов войны, труда и вооруженных сил города Черкесска Людмила Городецкая. Она руководит певческим коллективом с 1984 года. Когда создавался этот коллектив, то совет ветеранов и городской, и республиканский очень просили, чтобы мы все-таки вот эту планку о патриотическом воспитании несли в массы, особенно молодежи. Те, которые не видели войны. На выступлениях перед студентами и школьниками участники хора стараются не только исполнять песни военной тематики, но и рассказывают о важных исторических событиях Великой Отечественной войны, ее героях.
Дети с большим удовольствием слушают, потому что для них это новое. И мы не только поем, но мы и рассказываем о том или ином. Вот недавно, значит, событие. Недавно у нас было 80-летие освобождения Карачаева Черкесии, да? И вот мы говорили о нашем перевале, о наших героях, как там флаг поставил, кто поставил, как его снимали, ну и так далее. Красиво исполненная песня воздействует сильнее рассказа. Она быстрее всего доходит до сердца слушателя, независимо от его возраста, считает участница хора с 32-летним стажем Нина Шевченко. Нет для меня ни минуты, чтобы не петь, не танцевать, не шутить. Песня помогает во всем, даже в горе тоже она помогает. Татьяна Макаренко не только исполняет песни других авторов, но и пишет свои. Ее песня «Моя земля» вошла в состав репертуара хора. Я вообще очень люблю петь. Вот, и у меня дочка закончила тоже дирижерско-хоровое отделение у Людмилы Ивановны. Песня – это неотъемлемая часть жизни. В репертуаре коллектива более 300 песен. Народные и авторские, грустные и веселые. Репетиции коллектива проходят два раза в неделю. В мае следующего года хор ветеранов отметит свой 40-летний юбилей. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. В Черкесске в рамках реализации всероссийского проекта «За самбо» прошел региональный форум, посвященный 85-летию самбо. Участие приняли спортсмены и тренеры из Карачаево-Черкесии и Краснодарского края. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Самбо является национальным видом спорта и культивируется во всех регионах нашей страны. Эти достижения – результат усилий и эффективной работы Министерства образования и науки и Министерства культуры и спорта, совместных с педагогами, тренерами и спортсменами. Данный форум позволит участникам приобрести новые знания, познакомиться с лучшими практиками Краснодарского края и все это в дальнейшем применять для эффективного развития проекта «За самбо» в учебных заведениях, поделилась заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесии Лейла Атаева. Хочу пожелать вам всем успехов, пожелать того, чтобы выводы, которые вы сегодня сделаете по окончании данного мероприятия, помогут вам еще точнее выстроить тот путь, который мы должны пройти для того, чтобы наши дети еще больше хотели заниматься. Любовь Ивановна Карл – тьютер по физической культуре в рамках реализации всероссийского проекта «Самбо в школу» в Краснодарском крае. Она поделилась своими знаниями, благодаря которым в сельском небольшом зале она смогла поднять самбо на высокий уровень. Рассказала о тонкостях проведения занятий в школах. Детям не нужны самбовки, подходит обычная спортивная форма. «Мы, прежде всего, учим детей самозащите», – отметила Любовь Ивановна. «Прежде всего, мы должны защищать себя. Посмотрите в быту, сколько у нас травм, потому что дети не умеют правильно падать. И не только дети, но и взрослые, ведь они из школы пойдут во взрослую жизнь. А мы их учим самостраховке. То есть прежде всего проект начинается именно с этих первых шагов. Дети должны научиться правильно падать». От имени председателя общественного совета всероссийского проекта «За самбо» Александра Иванова со словами благодарности и пожеланиями к тренерам и педагогам обратился Руслан Джамбаев. Хотел бы выразить слова признательности всем организаторам. Этот проект, конечно, имеет огромное значение. Я очень рад, что такое внимание уделяется именно этому виду спорта. Самое главное – пожелать нам всем здоровья, удачи, благополучия, чтобы все вот это начинание, оно принесло тот ожидаемый результат, который мы все ждем. Спасибо. Спорт – это движущий механизм современного российского общества. Программа «Самбо в школу» с каждым годом дает дополнительный импульс развития, поднимая уровень физической подготовки школьников. Дарья Тендит, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Все как у людей». Всего доброго и до встречи в эфире.